Всем добрый вечер. Я надеюсь, что я его скрашу своей поэзией. Я немножечко поиграю на струнах вашей души, но мы все от этого получим удовольствие и заряд новой энергии и вдохновения. Ты даже не знаешь, что ты для кого-то пример силы и стойкости. Пример того, как из миллиарда дыр вырастить новые полости. Ты даже не знаешь, как кто-то, рыдая в подушку ночью, представляет твое лицо и с тобой мысленно неразлучен. Ты даже не знаешь, как кто-то, стремясь к высоте, опирается на тобой пройденный путь, как путь к Вифлеемской звезде. А кто-то стремится к твоей красоте, ведь она сама по себе смысл. Но только в чистой воде, в отражении видна истина. И все же для кого-то ты счастье и причина открыть глаза. Помни об этом, мой друг, и иди, всегда сохраняя веру в себя. Сейчас я хочу, чтобы вы закрыли глаза и максимально прислушались, что говорит вам ваш внутренний голос. Стихотворение называется «Вопрос». Будет другое. Останется в памяти прикосновение и объятие к теме, кто роднее всего. Останутся в памяти ощущения, а вовсе не деньги и их привлечения. Останутся в памяти увлечения, когда ты ночами не спишь и зачем-то, закрыв глаза на все затруднения, создаешь, наслаждаясь мгновением. Останется в памяти чувство свободы, когда первый раз поцелуй в летнем поле, когда первый раз ты решил проявиться или позволил себе разозлиться. Останется в памяти выход за рамки, когда ты решил убежать без оглядки, когда ты почувствовал внутренний стержень и ощутил в себе частицу вечную. Останется в памяти облегчение, когда от наслаждения мурашки по телу и от радости своего исполнения ты благодаришь все свои отражения. Останутся в памяти прикосновения, что в самскаре зашиты ощущениями. Решись создать свой мир таким ярким, чтобы преобразить, а не сделать марким. Спасибо большое. Ну, а сейчас как раз вы тоже можете закрыть глаза и послушать, что же говорит вам ваше сердце. У нас просто стихотворения немножко поменялись местами, но в целом то тоже подходило под такой вайб. Расскажи, что мне предстоит познать, связь с отцом или матерью? Для того, чтобы сильной быть, слабой быть обязательно. Когда ливнем проносится шанс, а когда безвозвратностью отдает каждый мой шаг, оставляя напасти лишь. Расскажи, что мне предстоит узнать на пути этом вечном и сложном? Где секунды нужно отпустить,
а где нужно выйти из кожи. Расскажи, когда нужно будить истину, что вечно дремлет, а когда о ней нужно забыть, измеряя движением ветер. Расскажи, какой путь все же мне ближе, шумных доспехов манящая ртуть или путь сердца, что тише. Расскажи, сколько барьеров мне преодолеть, чтоб всегда ощущать в себе стержень, сколько мне сделок нужно заключить, чтобы не забывать о вечном. Как далеко за буйки мне зайти, чтобы больше ничто не бояться? Сколько еще рамок впереди, в которых все же надо остаться? Расскажи мне, пожалуйста, сколько глубин на пути еще нужно измерить, и как далеко я могу расти вширь, отдаляя ненужные стены? Насколько важен духовный мой рост, и насколько материальный? И как мне всегда сохранять баланс, если путь мой такой странный? Все перипетии не сосчитать. Судьба судьбе каждой рознь. Послушаю сердце, ему ли не знать ответ на каждый вопрос. Спасибо. Надеюсь, я вас не загрузила.